Усиленный режим работы. Только за 3 дня коммунальными предприятиями из областного центра было вывезено порядка 22 тысяч кубов снега. На уборку привлечено около 60 единиц техники. Арман Баянде продолжит тему. Алексей Наташин, водителем в ТОО «Дорожник Ашраспан», работает около 2 месяцев. Трудится в ночное время. Говорит, за смену спецтехника коммунального предприятия делает порядка 500 рейсов и увозит за пределы города свыше 7 тысяч кубов снега. Увозим снег с города, 12-15 рейсов бывает за ночь делаем, бывает больше делаем. Вот я как снегу сколько в городе. Снегу много вывозить надо, дома год на нас. У нас 8 машин работают. Ежедневно на уборку снега привлекают порядка 60 единиц техники. Если двигатель снегоочистительных машин работает до 5 утра, то люди, расчищающие дорогу лопатой, не выпускают ее из рук до 8. Автолюбители признательны коммунальным службам за проводимую работу. Спасибо им большое, что они чистят. Это очень тяжелый труд. И как бы наш город улучшается. И в основном движение все происходит днем, ночью они убирают, это очень тоже хорошо. Снег идет, конечно же, осадков много в этом году выпало. Чистят, убирают. На сегодняшний день бригады коммунальных предприятий вывезли 150 тысяч кубов снега. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился вдвое. Арман Баянды, Жолубек Ермуханов, новости МТРК.